Североказахстанцы оказали гуманитарную помощь жителям Карагандинской области. Весной в этом регионе от паводка пострадали несколько населенных пунктов. Необходимые вещи и продовольствие в районы затопления доставят 5 большегрузных машин. Подробности в сюжете, подготовленном корреспондентами телеканала «Казахстан» Петропавл. Эти грузовые машины из Петропавловска поедут в Караганду. В них теплые вещи, постельные принадлежности, предметы гигиены и, самое главное, продукты питания. Когда другие страдают, никогда народ не остается в стороне. Поэтому я считаю, что это помощь, реальная помощь от жителей Северо-Казахстанской области, жителям Карагандинской области. Мы сейчас везем 5 машин, больше 50 тонн это продуктов питания для жителей Карагандинской области. Гуманитарный груз собирали несколько районов – Есильский, Артауский, Габитмусурепово, Таиншинский. В регионе говорят, чужой беды не бывает. Всего несколько лет назад большая вода свирепствовала и в нашей области. На 800 тысяч закупили вещи, еще на 300 средства гигиены и продовольственные товары. Закупили одеяло, подушки, продукты питания. Потратили порядка 4 миллионов тенге. В Карагандинской области под водой остались несколько населенных пунктов. Сегодня помощь пострадавшим от наводнения поступает изо всех уголков Казахстана.